Дамы и господа, добро пожаловать в наш шестой поединок сегодняшнего вечера. Организована компания M8 Fighting Promotion. Бой в весовой категории до 61 килограмма по правилам ММА. И в белый угол клетки приглашается боец из Киева Евгений Шугайло. Евгений представляет клуб «Ринг», рост 187 сантиметров. Чемпион Киева по кикбоксингу в разделе К1 ВАКА. Финалист чемпионата Украины по кикбоксингу К1 ВАКА. Один бой, одна победа. Тренируется у Олега Миненко. Из Киева Евгений Шугайло. Черный угол клетки приглашается его оппонент из Азербайджана Факрадин Искандаров. Факрадин представляет клуб «Легат», рост 168 сантиметров. Тренируется у Артема Крицкого и Александра Гришко. Профессиональный рекорд. Два боя, две победы. Чемпион мира по кикбоксингу. Чемпион мира по ММА. Из города Баку. Факрадин Искандаров. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар, как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Давай, парень, смелей в бой, пацаны с тобой. Стоит от победного, будь первым. Не сдавайся никогда, ты сам выбрал этот путь. Путь бойца, жизнь для них это сплошная тренировка. Перчатки, бинты, капа, вклад, как молот. Бей на поражение своей цели, так же точно. Ще один поєдинок за правилами ММА. Фахраддін Іскандаров в Баку проти Євгена Шугайла з міста Києва. З лоу-кіка розпочинає Іскандаров. Потужні дуже лоу-кіки у Іскандарова. Захищається Шугайло. Цікаво, хто буде більш вправним в боротьбі. Поки що зверху Іскандаров. Дуже потужні удари. Поки що захищається Шугайло, але довго витримувати таке непросто. З голови на тулуб переводить Іскандаров. Дуже кваліфіковано працює. І бій завершено. Бій завершено. Дострокова перемога Іскандарова. Дамы и господа, на 51 секунде первого раунда нокаутом победу в этом поединке одержал Конец!